Наш лечебный конвейер состоит из 39 медицинских аппаратов и приборов. Переходя от одного аппарата к другому, человек совершенствует свое зрение. В нашем центре проводится такая процедура, которая называется электростимуляция. Применяется электростимуляция практически при всех заболеваниях глаз. Применяется электростимуляция практически при всех глазных болезнях, такие как близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, глаукома, катаракта, амблиопия, косоглазие. Если опущение века у человека, тоже используем электростимуляцию. Потому что под действием электрического тока происходит сокращение мышц, мышцы сокращаются, идет активный прилив крови, а кровь приносит все питательные вещества, которые необходимы для полноценной работы органа. То есть, улучшая кровоснабжение, улучшаем работу органа. Как правило, производим раздражение наружных прямых мышц глаза и внутренних. Прикладываем электрод, включаем аппаратик. Под действием электрического тока у человека возникают элементарные световые ощущения, которые называются фосфены. По ним устанавливаем пороговую величину тока для проведения процедуры. Процедура безболезненная, не вызывает никаких неприятных ощущений ни у взрослых, ни у детей. Если случается так, что заболевание требует долговременного применения аппарата, можно приобрести аппарат портативный и проводить процедуру дома.